YouTube, я наконец-то на связи, хотя и не так много времени прошло. Я был немного занят. Сегодня у нас особенный день. Дело в том, что я прочитал все комментарии с предыдущего видео. И вы, ребята, там такие гиперактивные. Спасибо за кучу запросов на Димаша. Сегодня я буду смотреть одно из его безумных выступлений. Вы писали о нем несколько раз, но я сейчас только заметил. Я буду делать реакцию на Димаша, который исполнит кавер на Витаса, про которого я вам говорил. Опера 2. Вы мне сказали, что это кавер. Мне очень интересно, и я хочу это посмотреть. На Ютубе есть две версии этого выступления. Они с одного и того же концерта. Я выбрал то видео, которое красивее выглядит на обложке. Во время реакции я буду делать заметки. Итак, начнем. Реакция на кавер Димаша на песню Витаса «Опера 2». Честно скажу, что-то я нервничаю малость. Вы все так хотели, чтобы я посмотрел это видео после моих слов. Хорошо, без лишних движений. Поехали. Плохая четкость видео. Дом мой-то строит, но я в нем один. Лопнула дверь за спину. Похоже, аудитория узнала эту песню. Ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро туман, солнце остыло совсем. Просто потрясающий контроль. Дальние боги идут чередой, пусть собираются все. Обожаю эту фоновую музыку. Ветра гладит
Что это было? Я даже... Все, мне кобзда. Я Быткенский. Я все. Это же издевательство какое-то. Боже мой. Господи, вот что мне было нужно. Блин, я два слова связать не могу. Да вы там шутите. Я даже заматерился пару раз. Я не смог это сдержать. Боже мой. Что за чертовщина? Дайте мне сигаретку. Мне нечего сказать. Это было чистое безумие. Обычно я пытаюсь как-то разобраться во всем. Сюда я даже лезть не буду. Пусть все так и остается. Я не буду ничего анализировать, ничего не буду смотреть, не буду говорить о структуре или созвучии. Просто вау. Вот это да. Полный бэдшит. Лайк, коммент, подписка. Я уж не знаю. Иисус. Хорошо. Ладно. Лайк, коммент, подписка. Как-то так. Если хотите больше видео, то отправляйте свои рекомендации на новую почту. Мы создали новую почту специально для этого. Заходите на наш сайт. Ну а я пошел восстанавливаться после такого. Я даже нормально попрощаться не могу. Боже. Ладно, я попробую. Как всегда. Всем мира.